Пока мужчины суетятся в поисках подарков для любимых дам, сами женщины продолжают покорять различные сферы жизни. И год от года доказывают, что профессии, некогда считавшиеся исключительно мужскими, вполне по плечу представительницам слабого пола. Николай Сальников подробнее. Инесса Клиновская – профессиональный кинолог. Ее немецкая овчарка Джуса с легкостью найдет спрятанное оружие или задержит беглого преступника. В этой профессии женщины – не редкость. Главное – быстро найти общий язык с собакой. Это все зависит от самой собаки рядом. То есть, ну, мне хватило, как бы, 3 месяца мы обучались с ней. И все, и пошли работать. А к другому кинологу подойдет? С другим кинологом не будет работать. Ну, как бы, данная собака, она живет вместе со мной. Виктория Томашова – специалист военной связи. В профессию пришла по примеру большинства родственников. Но вовсе не на тепленькое место, а рядовым военнослужащим. А значит, приходится не только в операторской сидеть, но и из автомата вести огонь и в бронежилете нормативы сдавать. Признается, близкие в ней уверены больше, чем в некоторых мужчинах. С гордостью, на самом деле. С уважением, что они знают, что человек дисциплинированный. То есть уже никаких там подвохов, не подвохов ожидать от меня невозможно. То есть, конечно, уже совсем другое обличие. То есть приобретаешь, начиная служить. Елена Тырина, депутат Новосибирского заксобрания. Уверена, без женщин в законотворчестве сегодня вообще не обойтись. Парламентаризм, да, я не считаю, что это мужская профессия. И в женщине достаточно интуиции, внимания к окружающему. Достаточно знаний, чтобы работать с людьми, представлять людей, понимание. Очень много отраслей, в которых женщины заняты. И представлять женщине в политике, я думаю, логично женщине. Очень много. Это и педагоги, и врачи, и домохозяйки, и очень много социальных направлений, где работают именно женщины. И мужчина, может быть, порой и не понимает, да, там, сути какой-то отрасли. Вот. Сегодня представительницы прекрасного пола и впрямь освоили практически все профессии. Но расслабляться, пожалуй, не стоит. Ведь легкая женская рука, независимо от статусов, всегда нуждается в крепком мужском плече. Николай Сальников, Сергей Толмачев, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.